Дальше было сказано вот о том, что партия снята ПВО за, скорее всего, так оно и есть, я думаю, за словосочетание «русский миллиард». Партия «Дело» тоже абсолютно лояльная к ныне действующей власти, заодно только слово «русские», там где-то у них в программе против нее уголовное дело было возбуждено, и на выборы она не пошла. Поэтому это репер. Как только вы говорите «русские», вы на выборы не пойдете, ни под каким видом. Я не знаю, чем там думали в партии «Великое Отечество». Вот как только они это слово применили, они исключены из списка для голосования. И я думаю, что раз и навсегда.